Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с новым гибридным кайтом Lou Wyman. Имя Lou Wyman ассоциируется с очень крутым катанием. Это человек, который опередил свое время. Он катался так, как катается сейчас на чемпионате мира. Но только это было на двухстропном кайте и на каких-то непонятных маленьких дощечках. Все поменялось, остались только трюки. Новый гибридный кайт по форме очень сильно напоминает двухстропный кайт. Небольшое удлинение. У него всего лишь 3 поперечных баллона. Все баллоны большого диаметра. Баллоны снабжены клапанами, поэтому накачивание не сильно вас затруднит и позволяет передать достаточное давление. Мне очень нравится дизайн этого кайта. Кайт действительно гламурный, черное с золотом. Дизайн нанесен не только на внешнюю часть купола, но и на внутреннюю. Даже защита купола выполнена с тиснением. У Lou Wyman на спине татуировка, которая обозначает значок биологической опасности. И вот эта тема присутствует и на кайте. Купол очень хорошо защищен. Задний край и передний с докрона, и все швы также усилены, проклеены лентой. Места, где пришиты поперечные баллоны, усилены широкой полосой. В этом кайте все говорит о том, что этот кайт предназначен для очень жестких падений, для агрессивного фристайла, и вас даже, наверное, выдержит, если его замоет в волне. Люди, которые делали этот кайт, подумали не только о его внешнем виде, но и о том, как он будет эксплуатироваться. Крепление к боковых и центральных строп предусмотрено несколько вариантов, которые позволяют настроить кайт на быстрый или медленный разворот, регулируя нагрузку на планке. Качественно выполнен не только сам кайт, но и планка. Планка удобно ложится в руку. Все просто, все надежно, ограничители, поводки безопасности. Комплектуется 2 чикен-лупами. Один чикен-луп с фиксатором, другой чикен-луп без фиксатора для катания ван-хукет. Система отсоединения работает движением от себя. Все просто, надежно. Система страховки позволит надежно и гарантированно выключать тягу у кайта и его обездвиживать в любом положении. Достаточный ветер кайт взлетает прогнозируемо и стабильно. Также центральные стропы снабжены обычным триммером и вертлугом, который позволит вам раскручивать стропы, находясь на воде. Стропы позволяют регулировать длину на концах надставки, которые позволят ограничить длину строп, что позволит не только снизить тягу кайта, но и быстрее разворачивать кайт, если это потребуется для вейфрайдинга. Имеет стабильную ровную тягу. Тяга с места у кайта меньше, чем у обычного учебного кайта. Несмотря на свой широкий профиль, кайт уверенно идет против ветра, но потребует от вас поддерживать достаточную скорость для этого. Кайт очень стабильный. При этом он очень быстро и хорошо разворачивается. Во время поворота обладает хорошей ровной тягой. Кайт хорош для прыжков с переводом кайта, он очень стабильный, позволяет уверенно фиксировать его в положении на 12 часов, обеспечивает очень долгое зависание, хорошо подходит для фристайла на руках. В положении анхукет кайт остается очень стабильный, обладает прогнозируемой хорошей тягой, позволит очень безопасно и стабильно научиться прыгать на руках. Кайт, конечно же, подойдет для вейфрайдинга. Собственно говоря, для чего, наверное, его и позиционируют. В ЮАР, где мы были, очень многие перешли на эти кайты и катаются на кайтах Lou Wyman. Этот кайт для всех, он очень дружественный. От новичков для продвинутых райдеров, которые практикуют фристайл на руках и вейфрайдинг. Мне очень понравился гламурный дизайн. Вот с этим кайтом вы всегда будете выделяться на пляже. Он очень необычный, необычные формы, которая прямо напоминает классический двухстропный кайт. В общем, хороший, надежный кайт. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Соловейкин.